Новые открытия Древнего Новгорода. Выставка под таким названием работает в главном здании музея-заповедника. Она посвящена истории церкви Благовещения на Городище и Георгиевского собора Юрьева монастыря. Основу экспозиции составили археологические находки, проведенные в ходе раскопок на территории двух древнейших новгородских храмов. За последние 9 лет было найдено более 100 уникальных вещей 12 века, многие из которых впервые представлены на выставке. Это фрагменты древней настенной росписи и граффити, предметы из погребений, кожаные аналавы, пояс, обувь. Было обнаружено огромное количество фрагментов росписи, которые составляли первоначальное убранство этих храмов. А убранство этих княжеских храмов было роскошно. К созданию живописного убранства были привлечены лучшие, вне всякого сомнения, по тем временам художественные силы. Работали артели первоклассных мастеров. Все экспонаты, представленные на выставке, специально реставрировались в мастерских Новгородского музея-заповедника. Посетители смогут увидеть фрагменты фресок в процессе подборки и прикоснуться к выдающимся памятникам древнерусского искусства до монгольского периода. Также они включены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Выставка будет работать по 9 марта.